Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня мы поговорим, как поехать на языковые курсы на Мальту. Коротко о процессе. Первым этапом нужно подобрать языковую школу на Мальте, отвечающую всем вашим требованиям. Затем выбрать программу обучения. После того, как языковая школа зачислит вас и отправит приглашение, можно подавать документы на визу. По прибытию в языковую школу нужно сдать тестирование. На его основе распределяют в группу по 10-11 человек. Группы стараются формировать таким образом, чтобы не повторялись студенты одной национальности. Сделано это для того, чтобы была возможность говорить только на английском языке. Срок обучения в языковой школе бывает разным, минимум от 2 недель. Но для хорошего качественного закрепления знаний желательно ехать на курсы от месяца и более. Максимальный срок обучения в языковых курсах – это 2 года. Школа предоставляет общежитие, также студенты могут снимать жилье самостоятельно. Поскольку Мальта является шенгенской зоной, для визы в страну потребуется виза. Тип визы на языковые курсы зависит от ее продолжительности. Если обучение длится до 3 месяцев, то можно открывать туристическую визу. Если же более 3 месяцев, то потребуется студенческая виза. Выбор языковых школ на Мальте очень широк. Существуют разные языковые курсы, которые можно подобрать индивидуально. Это могут быть общий английский, интенсив программы, бизнес-английский, также подготовка к экзаменам. Друзья, если вас заинтересовала данная тема, обращайтесь к специалистам нашей компании.